Привет всем! Мы пришли на автовокзал. Мы хотим поехать на автобусе, не на такси, на автобусе за 140 бат до вокзала. До какого вокзала? До аэропорта. И пришли узнать, как здесь, что происходит вообще. Есть ли кассы или люди так наличкой берут и говорят «One moment!» и уходят. Вот мы сейчас все и узнаем. Мы взяли ценную бумажку, где написано все практически по-русски. Покажи поближе. Практически по-русски. Обратную сторону. Вот. Короче, автобусы ходят до 9 часов вечера, но с Джамкена, вот с этой станции, Суварнабхуми аэропорт, тут зал ожидания даже есть, последний автобус уходит в 7 часов вечера. Стоимость билета 120 бат на человека. Допускается багаж 20 килограмм. Ну и ручная платье. Я все сказала за тебя. Я планирую похудеть, а поэтому буду найден багаж. Так что все нашли быстро очень. Вот сейчас где-то начало 10 утра и написано следующий автобус. В 10:30 можно взять билет. Ну, то есть где-то с часик придется посидеть. Либо взять билет заранее и прийти уже к посадке. То есть, в принципе, не проблема даже в течение либо там часа уехать в аэропорт. Либо нанять гужевую повозку и на конях. Вот, находится он напротив фудмарт, так называемый, супермаркет круглосуточный. Магазин, как говорится, европейских, что ли, товаров продуктовых. Там и майонез есть, и все, но мы там еще не были. Потому что он, по-моему, довольно-таки недешевый. И майонез мы пока не едим. Майонез мы вообще не едим. Ну, вот и вам это не советуем. Сейчас пойдем на рыночек опять в очередной раз. О, какая смешная машинка. Решили купить... Стой. Креветочек, да, Палыч? Да. Стой. А то нас тут задавят, пока мы тут... И не купим креветочек. А ты же хотела в супермаркет. Ну давай зайдем просто поглазеем. Все, мы идем в супермаркет поглазеть. Взвешиваться будешь? А ты? 1 бат. Нет, потом. Давай. Ну вот, мы идем. В супермаркете нам снять запретили. Вернее, мы побоялись. После вчерашнего фестиваля, как за нами бегала охранница и кричала: «Эй, мистер, лиз, пожалуйста, thank you, no, съемка, no!» Мы такие, мы не снимали. И здесь мы рисковать не стали, но мы взяли карту Паттайи. Советую всем, берешь ее, как я, открываешь и тупишь. Но у меня есть свой навигатор, Надежда, которая и без карты знает, где, куда, зачем и в кого. Про цены-то скажи. А цены Голливуд. Да не Голливуд, но высоковатые. Ну, высоковатые, цены, да. Цены и в Теско, в Бикси подешевле будут. Все, Надя, пойдем, чисто я захочу купить бананчиков. После очередного похода по рынку мы значительно обеднели. Мы потратили примерно 300 рублей. Нет, на наши побольше, деньги. Наверное. Потому что вот эти вот креветочки, вот эти вот, я взяла на 65 бат. Здесь полкилограмма. Это 130 рублей стоит, получается, полкилограмма. Ну и все. А остальное, да. Капуста, по 20 бат, по 10 бат. Вот это кукурузка 30 бат, 60 рублей. Помидорки 20 бат, 40 рублей. Огурчики по 30 бат. Это 60 рублей. Бананчики, у них килограмм 44 рубля на наши деньги. Я говорю, 300 рублей. Манго единственное дороговато. И ананасы. Одна штучка 10 рублей. 5 бат. Вот. Ну вот просто так немножко подзакупились. И мясо где-то здесь. Курочка уже порезанная. Все на 40 бат. Но она, по-моему, обвешала нас немножко. Потому что я просила полкилограмма. Оно 110 рублей килограмм стоит. Поэтому немножечко. Ну ничего страшного. Так что сегодня, наверное, будем что делать? Варить креветки первым делом. А завтра что-нибудь с мяском сделаем. А сейчас главное донести все это. Потому что очень-очень холодно. Очень мерзнем. Нафиг мы сюда приехали. Шутка! Очень офигенно. На самом деле репортаж не об этом. Вы говорите, что у нас в Красноярске нарушение техники безопасности. Падают краны. Вы посмотрите на это и ужаснитесь.
не стой, говорит, под стрелой, а то убьет. Они нам кричали что-то по-тайски, мы нифига не поняли. Да, здесь же дорога, здесь же люди ходят, машины ездят, и здесь же кран стоит. Вот как-то так. Да, Палыч? Сегодня мы будем готовить креветочки. Вот, которые купили. Вот это на 35 бат, здесь 35 штук. А, нет, на 65 бат. 35 штук, полкилограмма креветочек. Все, в кипящую воду забрасываем в рисоварочку. И минут 5 от момента закипания их поварим. Вот они уже начали менять свой цвет. Ой, мне кажется, будет такая вкусняшка. Ну, посмотрим. Вот такой у нас получился ужин с физруком Палычем. Так, я это не ем. Но я не смогла себе отказать в удовольствии купить бутылочку чанга себе, креветка. А я прямо из бутылочки. А я на сухую. А да, у некоторых ЗОЖ по полной программе. Все. Надеюсь, будет очень вкусно. Посмотрите. Really? It's okay? Вот эти штучки реально прикольные. Это мелкие креветочки, они их во все добавляют. Сегодня купили на рыночке тоже. Чувствую, как ко мне сила семи тайцев возвращается. Ну все, давайте. Вот прошел очередной день. Он прошел замечательно. Мы весь день провалялись. Но самое главное, что мы купили почти что килограмм креветок и обожрались. И мне такое ощущение, что одна была живая, и у меня внутри крутится, вертится и хочет наружу. Я пока не знаю откуда. А вот сейчас мы поехали на ночной рынок покупать бриджи. Может быть, покупать, а может быть и не покупать. Всем пока. Подписывайтесь, радуйтесь вместе с нами. Живите, наслаждайтесь.